Всем привет! Сегодня 28 октября. У нас день солнечный, но немного ветрено. И ветер не сильный, но холодный. Так получилось у нас, что несколько дней мы не выходили в эфир. Собственно, говорить не о чем было и показывать нечего было. Уже надоела одна и та же обстановка, одни и те же улицы, одни и те же прогулки. Всем привет! 25 октября. Мы сегодня гуляем больше 2 часов. Нет, 26 октября. Ходим, развешиваем объявления. Брал камеру на прогулке, но что-то не клеилось. Да и кадры, честно говоря, были пасмурные. Поэтому сегодня решили немного поснимать, ну и немного поболтать. Поболтать сегодня хотел по поводу выставок. Мы весной обмолвились о том, что планировали Беллу поводить на выставке, но Белла в себя пришла в октябре, то есть восстановилась после родов, оделась. И казалось бы, можно было ее поводить сейчас, но выставки сейчас практически не проводятся. Ну, это сезонность. У нас большинство выставок проходит на открытом воздухе. Обычно это летний период. Вот, а сейчас вариантов немного. Это Новокузнецк, Новосибирск. Мы так прикинули, что даже выставка, которая проходит здесь у нас в Кемерово, посчитали траты. То есть на занятия поводи собаку, это несколько занятий, это как минимум 1000 рублей. Груминг 1500. Участие в выставке и взнос — это 2500-3000, скорее всего. Но уже получается больше 5000. А если ехать в Новосибирск, Новокузнецк, это еще можно прибавить как минимум 3000 плюсом. Так что мы подумали. Не горим мы таким желанием, нет у нас спортивного интереса по поводу выставочной карьеры. Если будет возможность, то посетим в следующем году в нашем городе выставку с минимальными затратами. Разводные оценки мы давно получили. Белла у нас участвовала в 5 выставках. Всегда она получала отличные оценки. Поэтому нам нечего переживать. Вот уселись они и не знают, чем заняться. Вот они, родственники. Молодец, моя девочка, постояла за себя. Молодец, молодец. Скиньте друг друга. И все, и к маме прятаться. Да ты моя зайка, конечно, беги ты, мой. Мой зайчонок, конечно. Наигрались. Ух, она какая, да?
Вот играюсь. Правильно, надрала ей жопу. Правильно, да, воспитывай, видишь? Это что еще скажи такое, да? Ну, мою девочку обижает, какая она. Белла, это что еще такое? Иди с тобой еще поиграть надо, ты посмотри. Белла. Пирожок. Оливия не любит, когда вот личное пространство нарушают. Как только было к ней стараться приблизиться, все. Слышно рычание Оливии. Ой, это моя умница. Правильно, давай ей отпор. А то что это у нас такое, да? Ты прям хозяйка у нас. Ну, сидит грудь вперед. Ишь, какая. Вечерние игры. Белка такая наглая. Все тащит на кровать сюда. В последнее время стали замечать, что завтракаем в одиночестве. Да, девчонки наши почему-то поспать стали любить у нас побольше. Мы уже встали, уже практически позавтракали. Олечка у нас только появилась. А Белла еще даже не выходила с комнаты. Скорее всего, лежит на кровати. Ну, что, ты кушать пришла, что ли? Кушать хочешь? Будем кушать, да? Зачем пришла? Ну, конечно, ждет. Зачем пришла? Скажи, ты что, мама, как зачем-то? Ну, и ну, давай, говорит. Будем кормить. Итак, мы тут уже Белла, приготовили Белла. Корм. Белла. Оливия готова к приему пищи, а Белла где? Белла. Беллочка, иди кушать. Белла. Нету Беллы. А сейчас знаешь какой слово? Ай, молодец! На, у меня что есть? Ай, молодец! Наки-наки! Все, слышите? Бежит. Наки-наки – это самое волшебное слово у нас. Потому что она хитрая. Кушай давай. Вот так вот. Так и живем весело. Окунулись головой они в это занятие. У нас на улице уже становится прохладно. А еще у нас хмуро. Такие денечки прям хмурые, не очень прикольные. Дома у нас только два солнышка. Я и Белла. Смотрите, выбирает Белла. Она слизывает жидкий корм. И выкидывает сухарики. Хитрая. Ай-яй, Белла. Вот так вот она выкидывает. И Олечка он тоже выкидывает. Ну, потом все равно подбирают. Чашка чистая у Оливии. Давай, Белочка, тебе сюда поставлю, чтобы не каталась. Ешь. Значит, ситуация такая, что Оливия все съела, Белла чуть-чуть оставила. Поэтому Оливия решила подобрать за дочкой. Так, мы вот здесь отмечаем. Топ-10 мы начали давать с 14 октября. И до 14 ноября мы продолжим это делать. Даем по пол таблетки. И я-то охотно, а не эти таблеточки. Иди собирай, вон еще остались крошечки. Тут осталось вот буквально несколько гранул. Сейчас мы их скормим. А вообще Белла вот так любит забираться с моей помощью на этот стульчик и участвовать в наших поеданиях. Ну или она спит на нем, когда Влад работает. Да, сидит рядом. Вот Оливия пристроилась у Маши. Алюшка пришла пузо погладить, да, Алюша? У нас, кстати, вчера нашим щенкам Беллы было 8 месяцев. Мы поздравляем их и хозяев. Желаем всего самого хорошего, главное здоровья. И чтобы ваши питомцы были послушными. Да, здоровые, активные, послушные. Всем привет, да, Олечка, скажи? От бабули привет. Да, бабуля? Ну, такая солянка у нас получилась. Давно не выходили мы. Что смогли, то нашкрябали, в общем.
Всем желаем всего самого хорошего. Пока-пока. Всем пока.